Так, обзор Глоксиний. И я начну, наверное, с последней, которая зашла. Это Глоксиния Императрица F1. Она достаточно очень мелкие семена. Очень малюсенькие, прямолюсенькие. Вот видите, совсем маленькие всходы. И этим всходом 2,5 дня. Это первый всход появился у Глоксиния Императрица. А вот здесь, так, вот один, 2 всхода, тоже очень маленький. И здесь вот только-только начинается, еле заметный. Это вот какие у них меленькие совсем семена, что выделывают в оболочку, и очень маленькие. Вот, взошла императрица на 11-й день. Вот сегодня 27-е. Получается, если им 2,5 дня, они взошли 24-го. Ну, сейчас 27-е, 3 часа ночи, поэтому считаем 2,5 дня. Так как дома жарко, мне их надо сразу чуть-чуть полить, пока я пособиралась. Вот, распылитель я потеряла. Ну, таким вот небольшим капельным поливом чуть-чуть хотя бы надо местами хоть полить. Нет, нормально. Нормально. Вот. Теперь я хочу просто показать разницу. Вот эти вот остальные глоксинии у меня зашли 8 дней назад, уже чуть больше недели. Глоксиния Импресс — это фиолетовые, красные с белой каемочкой. Вот заметили, какая у них разница? Это вот по прошествии недели. Тоже всходы же были же такие же малюсенькие, как вот у этой. И за неделю они достаточно бодренько проросли. Это у меня тут котенок наступил, помог прорастать. Так, вот Харизма и Импресс взошли на 14-й день. Вот Импресс 14-й день. Вот здесь пока 2 всхода из 5. Дольше всех всходила Легенда. Она всходила у меня 18 дней. Ну, она почему-то, между прочим, самая большая по размеру. Вот и также 8 дней. И вот она уже достаточно большая. И из 5 семян взошли все 4. Ну, буду стараться поддерживать эти крохотные растения. И вообще я заметила, большинство комнатных цветов, которые выращивать можно из семян, очень-очень мелкие. Совсем единицы, получается, растут быстро. По крайней мере, те, которые у меня сейчас есть на данный момент, только герань и вот гербера. Гербера будет в следующем видео. Вот они единственные, которые дают большие всходы. А остальные все вот такие вот маленькие, к сожалению.